Привет всем, друзья! С вами я, Алексей, и мой канал «Обзор товаров с Китая». Сегодня, друзья, мы с вами сравним две колоночки, и также давайте начнем. Одна колоночка покупалась за $7 на сайте AliExpress. Вторая колоночка покупалась на сайте ichbuyer.com, и стоит она $12 на то время. Качество сборки и материалы. Обе колонки сделаны качественно, здесь обычный пластик, тут пластик под металл, металлическая вставочка, снизу пластмассинка вот такая вот, ну и кнопочки, панель управления, тоже все пластмассинкое. Вторая колонка сделана тоже из пластмассы, какое-то подобие soft-touch пластика, приятно очень на ощупь, и вот такая вот резиновая вставка. Разъемы и методы звучания. Итак, друзья, колонки очень разные. Вот эта колонка работает через Bluetooth, то есть связаться со своим планшетом, там, я не знаю, телефоном вы сможете по Bluetooth без проблем. А вот если у вас какой-нибудь MP3-плеер, то, к сожалению, ну, если в нем, конечно, нет Bluetooth, вы никак к этой колонке не подключитесь. С другой стороны, есть вот эта колонка, которая подключается с помощью вот такого вот кабеля. Тут уже мой младший брат, видно, его испортил и сделал. Подключается через джек 3.5 и, то есть, через Bluetooth не работает. Итак, управление. Колоночка вот эта вот включается вот таким вот переключателем. Также присутствуют кнопки мод, которая переключает способы, то есть телефон звучит, или флешка, вот которая тут стоит, или вот эта флешка. Потом кнопка play, пауза и стоп, перемотка вперед-назад песен, и если мы зажмем вот эту или эту кнопку, то будем изменять громкость. С этой стороны у нас антенка, с этой стороны USB 2.0, с этой стороны microSD-шки вставляются, разъем для зарядки, и вход, аут, и какой-то еще AIN вход. Вот такая вот колоночка. У этой колонки все очень просто. Мы видим спереди кнопочку включения, кнопочка паузы, перемотки вправо-влево и кнопка подъема звонка и отверстие микрофона. Заряжается через вот такой вот специальный разъем, о котором я расскажу позже. Сейчас мы поговорим об аккумуляторах и время работы. В интернете может быть написана любая информация. Вот, например, на Алиэкспрессе я нашел одну информацию про эту колонку, потом другую, про эту то же самое. Так что скажу, как я их тестировал. Обе колонки играли у меня почти на максимальной громкости. Вот эта колонка прожила 4, по-моему, 4,5 часа примерно. Вот эта колонка прожила около 3 часов. Кстати, по весу они почти одинаковые, так что если вам предпочтительно время звучания, то уберите вот эту колонку. Сейчас, друзья, мы займемся с вами сравнением звука. Конечно, на камеру это передастся более-менее, но я скажу опять же свое мнение. Итак, чтобы у нас заиграла наша вот эта вот синенькая колоночка с Алиэкспресса, достаточно вставить флешку microSD или обычную USB, или подключить телефон через специальный кабель, который я вам показывал ранее. Ну, я вставил microSD карточку. Давайте еще раз при вас вставлю. И просто включаю колонку. Как вы поняли, друзья, сейчас играла колоночка на максимальной громкости. Ну, звучание немножко позже. Давайте подключим эту. С этой колонкой все тоже очень просто. Включаем Bluetooth на нашем планшете или телефоне. В данный момент у нас Nexus 7. Включен уже Bluetooth. Зажимаем клавишу включения. Заморгал синий диод. Колонка подключилась. А, включилась. А теперь подключилась. Специальные звуковые эффекты, которые не могут не радовать. Итак, ставим просто колонку, или если хотите, можете попробовать ее прилепить. И теперь включаем
ту же песню на максимальных на андроиде. Итак. Итак, друзья, ну это вы слушали через камеру, а теперь лично мое сугубо музыкальное мнение обычного пользователя. Итак, друзья, колонки почти одинаково звучат, но все-таки вот эта колонка звучит немного громче. Теперь, качество звучания. Что бы мне никто не говорил, что бы не говорили вам другие обзорщики, я скажу, что вот эта колонка звучит гораздо лучше, чем вот эта. Вот эта на максимальной громкости похрипывает и не такая четкая, басы вялые, но все равно звучит достойно за свои деньги. Тем временем, вот эта колонка звучит громче, звучит басовито, приятно очень слушать. Вот мне, я готов слушать эту колонку даже вместо своих больших деревяшек, которые у меня стоят. Короче, портативная вот эта вот просто адски крутая колонка. Теперь быстренько я расскажу о приятных фишках этих колонок. Главная фишка вот этой колонки, что она является насчет водонепроницаемой, конечно, не проверял, не скажу, а вот водостойкой это точно. Можете сейчас увидеть на видео. Также у этой колонки есть функция приема звонка, то есть если вы подключили эту колонку к своему телефону, то у вас зазвонит вместе с телефоном колонка, и вы можете нажать на кнопочку подъема или там положить трубку и общаться с человеком через вот этот микрофон. Опа, видите, с проверки-то. Насчет приятных фишек вот этой колонки скажу, что тут есть радио. И подключается она, я же говорю, через кабель специальный, но для кого-то это будет минусом. А если вам срочно понадобится зарядка для вот этой колонки, тут она заряжается через вот такой вот разъем, специальным вот таким вот кабелем, который найти не везде вы сможете. Итак, друзья, давайте подведем итоги. Вот эта колонка стоит $13, это $7. Это звучит лучше, это звучит дольше, это звучит немного хуже, это звучит меньше по времени. Это водонепроницаемая, водостойкая. Это, так сказать, более универсальная. Смотрите сами, я свой выбор принесу в пользу вот этой колонки, потому что у нее время звучания дольше, подключение, метод подключения к планшету, телефону, даже через Bluetooth. Ноутбук у меня все устраивает, а возможно понравится кому-то вот такая вот колонка. Вот такой, друзья, обзор получился. Думаю, вам понравился. Так, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, не забывайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте. Пока, друзья!